Халявщица. Вообще никогда давай раньше не делал. Пятюни, ребят, как я это сделал? Ты еще не верил. Сань, ты в меня верил? Давай, ты в меня верил. Я в тебя верил, братан. Сань, вообще просто шикарно. Да, кто следующий? Давай, давай. Я, правда, не сделаю, но все равно. Давай, попробуй. Сейчас сделаю. Как ты ему делаешь? Веришь в себя, а я буду верить в тебя. Сань, все просто. Так просто. Я тебя забафу. Да можешь поменьше забрать. Зачем ты его качаешься? Вперед и опа. Кто следующий? Работает, работает. Кто следующий? Давай пятюню просто. Дэвид Блейн. Кто следующий? Дэвид Блейн. Кто следующий, пацаны? Кто хочет? Кто еще не делал? Ребят, кто еще не делал? Кто еще не делал? Кто хочет научиться делать выходы сразу? Выход сразу, да. Надо сначала на одну научиться. Вот, взял. Какой человек может научиться сейчас, пока Саня здесь? Пока Саня здесь. Когда смотрите это видео, хлопайте Саня. Это правда или ты обманываешь? А, ты попробуй. Надо попробовать. Попробуй. Попробуй. Поэтому это не считается. Где ты делаешь? Саня, Саня, покастовать, покастовать. Одну было, одну. Давай слезай, сейчас закастуем. А сейчас сделал, ну ты себя правильно понимаешь, что в принципе можно сейчас выходы делать на две, потому что все уже делают. Да, что еще хочешь попробовать? Или, давай, или кто-то давай, еще давай, говорит, давай, что он не делает. Я. Давай, пробуй. Верь в себя, а я верю в тебя. Ребят, походу все он не делает. Выход на две, это мой инструмент, как считает. Все, все, красавчик! Красавчик! А говоришь, давай! Кто еще хочет? Давай со мной. Кашпировский от воркаута просто, я не знаю. Блин, ну как ты? А я не верю. Так, ребят, мы, короче, два месяца занимались по системе воркаута. И я не знаю, при этом половину из этого времени прогуляли. Но при этом мы все равно сделали выход на две. Я не знаю, как это вообще возможно. Вот. До этого я научился выход только вот на одну, причем с дикой задержкой. Я сейчас взял, запрыгнул, Саня мне сказал что-то там, так пару слов шепнул, как шаман. Я сделал выход на две. Так что, ребят, приходите в нескучный сад, тренируйтесь. Да. Становитесь лучше. Да, становитесь лучше. Кто умеет выходы, делаем 10 по 5, а кто не умеет выходы, делает... Один единственный выход силы, пока умею, не делает. Делает. Делает по одному они будут дотягивать. Максимум по 5 подходов. Подтягивание. Кто не умеет. А кто не умеет, все же сделали реально. Я сам шоу. Да не все. Все, даже кто не сделал. Вы что, подряд 5 выходов херачили? Да. Ты, конечно, интересный. Я со свежака раза 3-4 делаю. Я только 3 раза делаю. Ну ты будешь отдыхать просто между подходами. А, ну, да. А он не будет отдыхать. Ну, а чего? Просили поснимать. Я хожу. Привет. Здорово. Меня попросили поснимать. Это воркаут, да. Попросили поснимать, но не Антона. Не скучный. Просто я попросил поснимать людей. Он почему-то считает, что он человек тоже. Это было сделано. Это чертов машина. Не прогибайся под этим миром. Как успех, какой подход? Третий. Вот, у меня тоже. Четвертый будет. Вообще стрёмная тема. Какой второй, второй. Второй, молодцом, а ты? Третий подход. Третий, молодцом, а ты? Второй. Давайте, парни, догоняйте, у меня четвертый будет. Какой подход? А? Какой подход? Какой подход? Четвертый. О, молодцом. Так, не будем спрашивать. Какой подход? Че? Подход какой? Третий. Третий, молодцом. Так, у нас так, тут... Третий подход. Третий подход. У тебя тоже третий? Давай, пробуй потягушечку, чтобы мозольку не содрать. Ты можешь на меньший турник забраться, и мозольки сами выберутся. И все нормально.
Что я сказал? Мозольки сами выберутся, что? Так, у нас тут девчонки занимаются. Передавайте привет. Сань, у тебя не осталось еще немножко стероидов? Стероидов? Да. Ты хочешь на астероиде накачаться? Не, ну не то, что накачаться, но просто я сейчас делаю второй подход, и я что-то чувствую себя достаточно, ну как сказать, не тревожно. Стероиды помогут мне решить этот вопрос? Я думаю, да, помогут, я не знаю, я не юзал. Первый раз. Остальные здесь чуть больше. Ну, неплохо, нет, для начала. Первое занятие. Так, кто? Вот, давай, иди. Да, слушай. Ага, не слушай, иди выполняй упражнение. Давай, дипс. И пошла вперед. Почему ты называешь это дипс, а не отжимание на брус? Что? Потому что по-английски это дипс. Parallel bar dips. Да, я знаю, что. Но ты же говоришь подтягивание или ты говоришь pull-ups? Идем делать pull-ups. Хорошо, я буду говорить pull-ups. Ну что, сделали половинку, да, первого упражнения? Я уже 7 подходов сделал. 5 ты сделал. 7 6. Я сделал. 6 максимум. 7 я сделал, сейчас будет 8. Блин, где чувак, который считает? Сколько Саня подходов сделал? Пам-парам-пам-пам, 7. Пам-пам-пам. Ну ладно. У ладно. Кого-то плохо с математикой. Это мы еще знали в какой-то серии, я не помню в какой. Спрашивал, Саня, сколько мы сделали потом? И ты такой, пам-пам-пам, облажался. Давай. Тащи, давай! Все, ребят, я пошел. Ну для человека, который научился делать выход только сегодня, вполне хорошо. 7 подход-то. Мы сделали 10 подходов выходов на турнике. Стыдно, надо по 5 делать. Стыдно, но первое, это тренировка после болезни. Тебе. 2 недели на антибиотиках. А ему стыдно, но все нормально. Но все ради что вас, парни, понимаете, мне приходится подстреливать. Под вас, все ради вас. Одних. Под них, да. И тебя тоже надо сделать. Дальше брусья. Сколько? 10 подходов. Поскольку? Ну, по 30. С минимальным отдыхом. Во, точно, я придумал. Давай сюда, оборачивай. Здесь подходов на брусьях по 30 раз с отдыхом. Сделал подход. Такой кружочек, подход. Задача, то есть, это все должно ложиться примерно в 11-12 минут. Все брусья. Халявщица. Я картишку хотел подтащить. Что там третье упражнение с размятыми девчонками, что? А. Третье упражнение у нас всадник минуты, не вставая. То есть мы делаем всадника, присели до конца, девушки выпрыгнули.
вверх. Опять всадник минут. Из глубокого приседа выпрыгиваем? Да. Опять всадник минуту, опять 10 выпрыгиваем. Опять всадник минуту, 10 выпрыгиваем. То есть один подход — это 3 минуты всадника в сумме и 30 выпрыгов. Нормально. А вы кто-то должен снимать. Колонка запищит, когда минут пройдет. Вот говно. Я надеюсь, что все попадают. Оль, ниже, коленки не так далеко. И ниже садись. Пониже. Да, так лучше. Сядь! Ниже! Ниже! Да ниже, ты просто спину опустил! Выпрями спину! 15 секунд! Раз! Ох ты, блин, сейчас это придумал! Давай ниже садись. Я за счет. Второй подход. Минута включит. Можно всем камеру так передавать. Да, давай. Так, минута включит. Народ, давайте по кругу передаем. Передаем привет маме. Натали, поможешь? Что? Куда? Передать камеру. Куда? Вот тому сидящему. Который смотрит, я съем. Я в руки не буду. На себя покажи. Время сколько? Ты отпускай камеру, а то я нафиг не удержу. В другую сторону. Осталось 20 секунд. Она можно ронять. Да, я понял. На себя прям покажи, там привет маме можешь передать. Мама, я делаю сайдника. Ниже! Берите камеру. 4, 3, 2, 1, прыгаем, все. 2. Отлично выпрыгнул. Все напрыгали. Сайдники, давайте. 1, 2, 3. Можно сделать и 5. А? По 5 каждый, смотри, 5 широким, 5 обычным, 5 узким, 5 входом. Это один подход. Давайте последнее 5. Упражнение, да? Да, последнее упражнение, давайте 5 подходов сделаем таких, пацаны. О, боже. Попробуй обычный поднимать. Да, попробуй. Не, смотри, короче, попробуй 5 человек и 5 обычных. Ну, сколько тебе вообще? Красава. Сегодня я доволен ребятками. А знаешь, почему Саня доволен? Потому что Тохи нет. Тохи нет, Саня доволен. Тоха, не приходи. Ладно. Не пропустил забавную картину. Блин. Ну ладно, вот так вот мы потренились, как обычно, описание тренировочки Sonic Video. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Да, всем спасибо. Всем спасибо. От Сани всем спасибо. Новые персонажи от Сани, Саня. Всем спасибо, всем, кто сидел со мной, приходите. Всем, кто сидел с Саней, всем спасибо. Иначе ему было бы одиноко сидеть. Да, ну и как обычно, каждый выходной не скучно, все подробности на сайте Workout.su. Второй сезон, первая серия. Увидимся. Сейчас Саня расскажет, что мы будем делать. А сейчас.
Расскажет. Вот сейчас расскажет.